Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах. В этом видео хочу вам показать прям полностью, как происходит обновление на таких часах, как Galaxy Watch 5 Pro в данном случае, на Watch 4 то же самое, короче. Обновляться сразу хочу сказать, что лучше всего именно с часов, потому что часто обновление со смартфона часов заканчивается ошибкой копирования. Поэтому мы сразу, или я, вернее, сразу покажу в этом видосе, как обновляться с часов. Тем более у меня часы не подключены ни к какому смартфону в принципе. Так, значит, что мы, значит, сделаем с вами? Ну, вначале нам, естественно, нужно включить или подключить наши смарт-часики к Wi-Fi. Я их только что прошил, снял видео о прошивочке. И поэтому, как я уже сказал, я их активировал без соединения к смартфону и просто подключаю теперь к Wi-Fi. Все, значит, подключаем. Как я уже сказал, здесь у меня не будет вообще никаких вырезов, не будет убыстрений. Вот все покажу, как есть, короче, чтобы у вас было полное представление о том, как работает вообще процесс обновления в часах. Так, ввожу пин-код Wi-Fi, если что, подключайтесь, не жалко. У меня Ростелеком, кстати, очень хорошо работает. До 300 мегабит в секунду скорость. Вот так вот. Все, подключились. Теперь что мы, значит, с вами делаем? Нам нужно в настройки. Идем в настройки, спускаемся вниз. Вот здесь обновление ПО. Так как я поставил прошивку где-то ноябрьскую, самую первую прошивку, короче, с какими часы эти вышли, то, соответственно, 100% будет обновление. Так, нажали обновление, поиск. Ну и ждем. Так, все. Как видите, у нас там что-то всплыло. Да? Да, всплыло. Сейчас есть, смотрим. Вот, видите, уже обновление начало загружаться. Конечно же, это займет какое-то время, поэтому мы с вами ждем. Сейчас эта обновка прогружается. Вот именно на этом процессе очень часто, когда вы обновляете именно со смартфона прошивочку, происходит сбой копирования или там ошибка копирования прошивки. Поэтому, когда мы это делаем с часов, это намного эффективнее. Так, ну ладно, ждем-с пока. А пока можем поговорить о чем-то, о погоде, например. У нас, кстати, в Братске теплеет. Сегодня было минус 8. Красота просто. Так, и еще моментик. Прошивочки, вернее, ваши часики должны быть заряжены. Лучше, конечно, на 100%. Или, как у меня, вообще просто на зарядку поставили, да и обновляйте спокойненько себе, без всяких проблем. Ну, ждем, короче, давайте, ребятушки, когда закончится копирование. И потом уже будем смотреть дальше. Запускаю. Прошивочка, так, пока неизвестно, сколько весит. Ну, сейчас загрузится, мы с вами посмотрим, сколько она весит. Конкретно уже все нам будет понятно. Пока, видите, просто мы с вами смотрим. Я тапаю для того, чтобы экранчик не газ, и все мы с вами хорошо видели, сам весь вот этот вот процессик. Осталось совсем немножко. Так, один из моментов практически уже пройден. Хлоп, вот так вот, значит. Установить сейчас. Так, спускаемся вниз и читаем, что это за обновление. Так, вот, весит, значит, 500 с лишним мегабайт у нас данное обновление. Вот, кстати, и посмотрите, сколько будет устанавливаться именно вот такое количество. Хочу сказать, что, допустим, Huawei Watch 3 обновлял, там прошивка была где-то гиг с лишним, и она устанавливалась у меня часа два, наверное, прямо реально долго. Это же
Посмотрим, сколько будет устанавливаться. Так, ну все, началось потихонечку. Сейчас еще одна часть и потом следующая. Так что мы с вами опять-таки ждем-с. Так, 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 вроде бы как еще один процесс завершился. И сейчас уже будет третий процесс. Это уже сама непосредственно установочка прошивки. Это самая, так скажем, долгая часть данного процесса обновления. Ну и вы в этом видео вы конкретно увидите, сколько все полностью займет, или вернее, сколько все полностью займет время. Какое количество времени займет, короче, весь этот процесс. Так скажем, прямо вот воочию, без всяких вырезов, быстрых перемоток и всего остального. Поэтому просто наблюдаем за процессом.
Так, уже прошло почти 16 минут, осталось чуть-чуть, и наши часики должны будут пойти в перезагрузку. Все. Теперь осталось дождаться, когда они прогрузятся, и это будем мы считать концом процесса прошивки. Все, наши часики загрузились. Итого 17 минут весь процесс заняло. Подписывайтесь на канал, еще много будет интересного.